Видеосъемка еще недавно считалась секретной. Новая система противовоздушной обороны «Триумф» во всей красе. Предварительные испытания новой ракеты этой системы F-400 завершены в этом году. Система объявлена на государственное испытание уже с новой ракетой дальнего перехвата. Ранее «Триумф» работал с ракетами меньшей дальности. Теперь он оправдывает название на все 100. F-400 значит и бьет на 400 километров. Неважно, это обычный беспилотник или баллистическая ракета противника. Впрочем, через десяток лет и этой чудо-технике, возможно, придется уйти на пенсию. Могу только сказать, что мы выйдем в космическую сферу. А конкретных характеристик сказать не могу. А кто будет летать, того и будем поражать. Не оставить никаких шансов противнику должна S-500. Пока она существует только в чертежах, макетах и на этой 3D-презентации. Вот так она сможет сбивать боеголовку противника в ближнем космосе. Все испытания системы пройдет в 2015 году и станет частью глобальной российской системы.
Give a moment.